Всем привет! Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и все подробности расскажу прямо сейчас. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Уточняется, что работа будет вестись поэтапно. В перспективе планируется полный запрет выпуска одноразовых пластиковых пакетов. В пресс-службе отметили, что ведомство выступает за переработку и внедрение механизмов замкнутой экономики. Пластиковые изделия входят в группу отходов, направляемых на переработку. На данный момент поправки в закон об отходах уже разработаны и скоро будут направлены в заинтересованные ведомства. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!